Конечно, вариантов было много. Кто на ком женится, кто за кого выйдет замуж, что произойдет, кто с кем поругается, вторая часть про кого будет. В общем, конечно, было миллион версий, но даже нас удивили. Добрый вечер. Ну, я хочу немножко сказать, что фильм, мультфильм интересный, но мне не совсем понравился по звуку. Немножко он какой-то такой был суховатый. Вот все-таки мы когда смотрели рекламу, хотя я должен хвалить, вроде как я снимался в то время, да, озвучил этот мультфильм, но я хочу сказать, что даже перед началом сеанса вот был, реклама была какого-то мультфильма, там такой звук был, здесь немножко такой был чуть-чуть придавлен. Мне бы хотелось, чтобы больше яркости было. Хорошо, ну что? Потому что так как все эти реплики, они должны вот прям вот настолько вот тронуть и понять, чтобы зритель их понял, потому что настолько красиво, шикарно поют принцессы, и как-то вот их вот прям, и Львов тоже какой-то, как-то немножко, чуть-чуть приглушенный был, хочется и такое сделать, чтобы было более ярче, более интереснее. То есть это вот мое такое маленькое, а так в общем все хорошо. И единственное, ну мне так кажется, может быть, что когда пойдут титры, то будут люди из зала уходить. Мне бы хотелось все-таки это сделать, как обычно бывает, вот, в конце будут уже титры. Потому что мог мне это не дождаться. Но это лично мое мнение. Я просто... это решение студии, видимо. Это я, наверное, сейчас буду объяснять логику, которая не совсем моя. Но я полагаю, это сделано как раз для того, чтобы люди прочитали титры, увидели все, что там написано, оценили труд всех людей, которые там указаны. И опять-таки, те, кто внимательно смотрел титры в ожидании той самой сцены, вы, может быть, могли заметить, что как на многих фильмах Pixar, как на многих фильмах Disney Animation, есть традиция, например, в конце идет отдельным блоком то, что называется Production Babies. Не знаю, заметили? Да. Вот это, соответственно, имена тех детей, которые родились у участников съемочной группы во время работы над фильмом. А еще один момент, к которому тут похвалюсь, наверное, я немножко приложил руку, именно в титрах, там была отдельная благодарность представителям народа саамов, которые консультировали создатели фильма в том, что касается своих обычаев, своих костюмов, потому что все, что происходит в Зачарованном лесу, вот те люди, которые живут в Зачарованном лесу, это во многом основано на обычаях, традициях, внешнем виде, одежде, жилищах народности саамов, которая живет на севере Скандинавии. На самом деле это не одна народность, саамы делятся еще на некоторые подгруппы, разновидности, они отличаются диалектами, языками. Сейчас, если я ничего не путаю, сохранилось 7 народов, народностей саамов, которые живут на севере Швеции, Финляндии, в Российской Федерации, в Карелии тоже есть саамы. И в конце, когда создатели фильма выражали благодарность представителям народа саамов за помощь, они написали «спасибо» на всех языках саамов, и там, я немножко помогал с тем, чтобы эту языковую экспертизу означать. Но, в общем, в любом случае, вот вся эта информация, она проходит, потом идет сцена после титров, обычно делается для того. А чтобы люди не уходили из зала, мне кажется, это, наверное, просьба и задача всем, кто собрался здесь, по возможности рассказывать своим читателям, зрителям, слушателям о том, что в конце фильма зрителей ждет такой замечательный сюрприз, как я уже сказал, моноспектакль в исполнении Олафа. Я очень благодарен, и мне приятно то, что Олаф такой теплый, хороший герой, что дети становятся такими так здорово, как вот в советское время были, вот когда учили добру, хорошего всему. И я когда зашел в зал, садился, вот там сидели мамы с родителями, они говорят, это мама говорит, это Ол, пошла, они... Она так встала, и я уже понимаю, как людей настолько это затравит, они давление теряют. И потом получил комплименты после уже мультфильма сейчас. Так, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Простите, я простужен слегка, поэтому за звучание голоса я приношу свои извинения. Что я ожидал от фильма? Ну, я ждал, разумеется, развития отношений между Кристофом и его возлюбленный. Правда? Да, разумеется. Потому что, ну, то есть, до этого было, ну,
то есть там какие-то были намеки, понятно, что он в нее влюблен, мы просто ему шили, как это должно как-то продвигаться, развиваться. И вот оно нашло, естественно, свое развитие, как вы видели. Еще мне очень приятно, что мне дали попеть наконец-то. Что-то, кроме оленей, приятнее, чем люди. Потрясающая сатирическая рок-баллада. Я просто в восторге, и за это тоже спасибо, что наконец-то все-таки могут получить мой вокал в этом фильме. В целом я очень доволен, мне очень все понравилось. Я даже могу сказать, что этот фильм превзошел скорее мои ожидания. Здесь очень много экшена, очень классное развитие отношений между сестрами показано. Ну, то есть я просто в диком восторге. Спасибо большое. Ставят текст, ставят песню, и вот смотришь, и иногда вот эти коллеги с озвучкой, то они очень сильно мешают, потому что мелодика русского языка, она отличается. Да. Предположим, там Анна зовет «Эльза! Эльза!», но мы же не говорим «Эльза», мы говорим «Эльза!». То есть иногда вот эта мелодика, она наоборот очень мешала. И мы старались выключать это, чтобы вот... Делали все это в темную. Да, да. Ну, нет, кстати, я знаю, что вы делали это в темную. Да, да, да. Нет, мне очень важно было видеть вот мимику, эмоции, потому что, конечно, я вообще хотела бы сказать, признаться в любви своей героине, потому что роль Анны, это, конечно, совершенно... это подарок актерский. Потому что у нее есть и драматические сцены, и серьезные, где она самоотверженно борется и за сестру, и спасает ее, и смелая такая. Но при этом это, конечно, возможность так похулиганить, потому что все ее... Вот это все, это, конечно, сплошное удовольствие кричать, когда она падает, уходит, холодно, 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 холодно. Вот это все, это, конечно, огромнейшее удовольствие и хулиганство. Вот, поэтому все, что я слышала потом... Мне кажется, у нас лучше. Вы знаете, я хочу еще добавить. Поаплодируйте нашей героине. Вы знаете, я хочу еще добавить то, что я очень долго не соглашался. Я уже там сказал, что вот эти черепахи дышат попой. Я уже как-то это очень нежно сказал, потому что я как не люблю эти пошлятины. Ой, я так смеялась, когда озвучила эти сцены. И там этими квадратами, да, там, как их квадраты, но для меня... Да, меня все квадраты отключили, но вас оставили. Нет, вы знаете, я просто хочу сказать, что, ну, не знаю, я вот, не знаю, может, я испортил мультфильм, но я вот всегда в закрытую, я не хотел смотреть на героев, я так смотрю, допустим, что там происходит, и говорю, а можно вообще выключить звук и видимость? Я просто писал вслепую, да. Андрей. Хорошо, да. Да, это не просто делается, когда ты ничего не знаешь, ни сюжета, ни... Я вот свой посмотрел только и понял, собственно, про что история. Потому что, ну да, мы тоже сами. Да, озвучиваешь только свои сцены, разумеется. То есть какие-то ты там видишь штуки вот какие-то. Но это, естественно, не дает полного представления о том, что тебя ждет потом на премьере. Я вообще смотрю обычно фильмы все на языке оригинала, и на озвучку хожу только туда, где я сам что-то сделал. И потом пересматриваю, в любом случае, это все на языке оригинала. То же самое было с первой частью. И первую часть я также посмотрел на французском языке в качестве лингвистической практики. Могу сказать, что отличаются, конечно, версии отличаются, да. Совершенно другая мелодика языка. И там, когда я узнаю, там, что там играют какие-то вообще суперзвезды, которых я там смотрю там, на Netflix там где-то или еще, потом просто читаешь фамилию, думаешь, ничего себе, так это же вот это, вот я ее узнаю, Кристиан Белл. А я вот смотрю с ней сейчас сериал. Ну, в общем, какие-то такие интересные открытия меня постигают, если возвращаться к оригинальному саундтреку и смотреть фильм на других языках в том числе. Спасибо. На двух сестер. А мы в тот момент, когда мне позвонили, мы ехали с мужем в семейное путешествие, в такси, в аэропорт. Я разговариваю, мне говорят, вы знаете, а тебе нам уже очевидно, кто вы, что вы Анна, но придите и попробуйтесь. Поэтому это совершенно не роль на сопротивление. Мне не нужно искать в себе глубоко какие-то черты характера, схожие с героиней. Я купаюсь в этом, потому что вот я такая... Вот вы говорите про смех.
Да, это правда несложно, но когда ты настроен на то, что тебе нравится, что ты делаешь, тебе нравится твой персонаж, ты в него влюблен, и это уже тебя заряжает такой энергией, что, ну, и потом у нас замечательная команда режиссеров, звукорежиссеров и режиссеров дубляжа, поэтому они ставят, замечательно ставят задачи, это тоже немаловажно для любого актера, когда режиссер очень точно ставит задачи, точно объясняет, что нужно сделать. Поэтому команда крутая, фильм крутой, и мы крутые. Я, может быть, хотел немножко добавить, поскольку уже довольно давно наблюдаю за тем, как компания Disney локализует, дублирует фильмы в России. Может быть, такое небольшое, не знаю, домашнее задание. Попробуйте, может быть, как-нибудь проделать такой эксперимент. Дело в том, что процесс создания любого анимационного фильма на студии в Голливуде, он начинается с озвучания, прежде всего. То есть сначала есть сценарий, приглашаются актеры, они разыгрывают сценарий, разыгрывают свои реплики, и дальше уже под их реплики, под этот хронометраж рисуются определенные сцены, рисуются движения губ тех персонажей, которые произносят эти реплики на экране. И естественным образом, даже если это не предполагается, а художники-аниматоры, они невольно, иногда намеренно, иногда совершенно подсознательно, они какие-то черты тех актеров, которые озвучили персонажей, они их понемногу передают самому герою. И когда уже анимационный фильм приходит в Россию и начинается подбор актеров в России, русских актеров озвучения, естественно, упомянула Наталья, все проходят пробы, потому что голос все равно должен соответствовать голосу изначальному. Насколько бы ни был хорош актер, все равно все всегда зависит от голоса, от тембра, от возможности, от диапазона. И когда голос идеально ложится в голос персонажа, а чаще всего это так происходит, потому что, опять-таки, как сказала Наталья, команда крутая, звукорежиссер, режиссер дубляжа, студия, которая занимается озвучением, это все люди с гигантским опытом, которые уже много-много лет этим занимаются. И когда подбирается правильный голос, то, на чем я себя неоднократно ловил, актер, который озвучивает этого персонажа в России, чаще всего физиономически тоже немного похож на персонажа. То есть, если вы сейчас посмотрите на наших замечательных гостей, я думаю, вы разглядите черты и Анны, и Кристоф, и Олафа. И это действительно совершенно удивительная вещь, когда мы сравниваем, когда я, допустим, для себя сравниваю актеры, которые озвучил персонажа в России, актеры, которые озвучил персонажа в оригинальной версии. Если я ставлю рядом две фотографии, они не обязательно друг на друга похожи. Но если между ними поставить фотографию, изображение, кадр с их героем, ты начинаешь понимать, что у них, у всех, у троих что-то общее в лице есть. И правда, это работает не только на холодном сердце, это можно практически любой анимационный фильм нашей студии Disney, Disney Pixar, взять и проделать такой эксперимент, и это действительно работает, это действительно начинаешь замечать. Удивительный механизм, каждый раз с каждым фильмом он меня все больше и больше удивляет. Но «Король лев»? «Король лев» — это все-таки не анимационное кино. И это была отдельная совершенно тема. Но давайте не уходить в сторону от «Короля льва». Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Во-первых, это не вопрос. Я обожаю его с Андреем Белиным за последние испытания. Не сегодня. Слушайте, я хриплю. Спасибо. Слушайте, я вас расстрою, но артисты на озвучке не встречаются никогда между собой. Они все приходят в разное время, в разные дни. Я вот, допустим, тоже в фильме «Рапунцель» пел с Викой Дайнеко дуэт в свое время.
а я с ней даже не знаком. Поэтому тут как бы про какую-то химию говорить довольно сложно. Химия достигается путем работы профессиональной команды, которая тобой руководит, как бы тебя ведет, подсказывает какие-то правильные вещи, ругает, хвалит. Дублей бывает много. Вот. Часто бывает, что в сцене, допустим, никто еще до тебя ничего не сказал, только твои реплики. То есть, ну, это все достигается все-таки путем именно не актерского взаимодействия и репетиций, а именно за счет того, что сидят профессиональные люди, которые на этом собаку съели и знают, как должно быть. Вот такой ответ. Спасибо. А еще, знаете, добавлю, интересный есть такой момент, то есть понятно, что выписаны реплики у персонажей, да, и вот мы там говорим там одну фразу, теперь там 00:35, другая фраза. А потом, например, режиссер говорит, а теперь смотри, вот с этой секунды, 15 секунд, мы поживем. Что это означает? Включается какая-то массовая картина, и ты смотришь за своим персонажем и живешь. Где-то с ним дышишь, где-то смотришь там, то есть то, что невозможно выписать, называется «поживем». И вот несколько секунд мы живем в кадре. На самом деле это очень интересно и правда, правда очень здорово. Спасибо большое. Так, коллеги, вопросы? Кстати, пожалуйста. Тогда вопрос. Я точно знаю, что в некоторых фильмах, например, вот эти вот моменты жизни, они остаются как бы из оригинальной озвучки, и ты можешь услышать, вот здесь вот русская озвучка, а здесь вот актер вздыхает, и за него вздыхает оригинальный актер. То есть вы полностью совершенно озвучиваете все. Полностью. Все вздохи. Ну, все... как правило, да, конечно. Если вдруг нечаянно в роли пропустили, мы, нас вызывают, мы приезжаем, она говорит, нужно здесь... Даже вот какие-то вот эти доли секунды надо сделать. Обязательно. Бывает иногда, вот в моей практике было, что какие-то вот звуки берут все-таки из оригинального. Андрюш, ну это есть, это можно не пить, это мы возьмем, там, ну, так все вот эти звучки, все дыхание, все смех. Я сегодня только единственное боялся того, что как-то был один день, я приехал, и там на первом этаже ломали дрель, звучат. Я думаю, да что ж такое-то? И мне пришлось все бросить, потому что не было этой халтуры. Мне пришлось в другой день приехать. Я не знаю, это связано. Было у вас такое? У меня был брак по звуку, то есть такая вибрация, которая шла в запись. На первом этаже там что-то, там какой-то ресторан, гнездо глухаря, что ли, что-то такое там. И там вот они ломали все это. Там, господи, кошмар какой-то. А мы страдали. Спасибо. Коллеги, еще? Пожалуйста, только если можно погромче. Здравствуйте. Я всегда поражался тому, как люди переводят стихотворения и песни с одного языка на другой. Потому что, в конце концов, получается, что это вроде как самостоятельное произведение, но при этом надо уловить тот мотив, который хотел изначально передать автор. И вот насколько песни в дубляже от песен изначально, и как сложно передать ту мысль, которая была в них заложена в самом начале. Ну, я, наверное, все-таки чуть-чуть поправлю и скажу, что переводом занимаются все-таки отдельные люди. А перевод шикарен. Артисты исполняют перевод уже готовый. Но, наверное, вопрос о том, насколько перевод именно песен, насколько его легко петь, насколько, как вам кажется, он плавно передает ту мысль, которая там должна быть заложена. Вот ваше впечатление. Я считаю, что если человек любит свою работу, любит свое дело, он вложит в нее всю душу. А если не любить, то можно так вот просто сделать, и неинтересно будет. Как есть многие сейчас вот современные фильмы, смотришь ни о чем. И поэтому многие смотрят советские фильмы, потому что основа основ. Там и юмор хороший, там и хорошая игра актеров. А сейчас вот какое-то все какое-то стало очень низкопробно. Поэтому надо просто любить героя, любить свою профессию, вкладывать в нее душу. Это все. Ничего такого супер какого-то гениального ничего нет. Но у меня, на самом деле, открываем секрет, я единственная сегодня, кто не посмотрел. Я решила потянуть интригу. Я тоже. Нет, сегодня я смотрел. А я не смотрел, я пришел 23-й. Я сегодня пришел просто, я тоже вообще не смотрел, я хотел какие-то роли, посмотреть, что чего там, как полностью.
Я 23-го посмотрю, мне хочется получить это удовольствие вместе со своим сыном, мужем, ну как-то вот разделить вот этот вот трепет и говорить, видел, потому что если я посмотрю сейчас, я не дам смотреть, я буду говорить, смотри, сейчас послушай, как я скажу, В общем, да, это немножко будет история про другое. Вот. И что я хотела сказать? Пока там будет муж, я скажу, ой, я так люблю жаркие объятия. И поэтому я не знаю, песни «Вещи вечные», у меня было три варианта про тыкву, когда там падает пугало. И в итоге у меня было три варианта, вот вы говорите про перевод. Три варианта песни. Я несколько раз приезжала перепевать одну строчку, потому что мы не знали, что в итоге утвердят. Так что в итоге вот я пела, не помните? Знаешь, 23-го. Узнаю, мы не будем раскрывать. Тоже запрещали какие-то такие моменты. Хотелось какие-то слова такие более народные сказать. Но не разрешали, надо было конкретно вот так и так делать. Да, перевод, конечно, штука сложная очень всегда. И там сам иногда там сравниваешь с оригиналом, поскольку там слышно же, под кого ты работаешь. И думаешь, ну нет, ну как, здесь же про другое. Почему же так перевели? И как-то иногда бывают какие-то микроизменения, мы что-то вставляем, что-то не по ритму не стыкуется, потому что в английском языке в целом слогов гораздо меньше в словах, чем в русском. Соответственно, это вот основная сложность для переводчика, это именно все-таки сохранить ту мысль, которая заложена в песне изначально, и переделать это на русский язык, потому что русский язык значительно более громоздкий. И вот это тяжело. Но вот переводчик, который работает в диссидентском, Пасов, да, по-моему, он, как бы все его работы мне всегда очень нравятся. Они действительно достаточно точны, близки к тексту, к оригинальному, и при этом, в общем-то, поэтика хорошая. И все у нас получается. Поэтому Дисней работает действительно крутые специалисты. И поэтому переводы всегда очень-очень меня оставляют мне какое-то удовольствие. Ну да, они более доступны нашему зрителю, настолько вот сказано, что ты уже все прекрасно понимаешь. Спасибо большое. Я подтвержу, что тоже горжусь тем, что работаю с такими замечательными специалистами вместе в одной компании. Андрей упомянул о переводчике, который переводит все песни во всех анимационных фильмах, которые у нас выходят в прокат. Его зовут Сергей Пасов, и он... наверное, единственный из людей, которые работают в киноиндустрии российской, который является официальным обладателем премии Грэмми. Вот, правда, не за перевод, но тем не менее, человек разносторонних талантов и в более молодые годы играл, был музыкантом, и в составе коллектива, в котором он тогда играл, получил Грэмми. Что у нас действительно... это интересная история, он некоторое время жил в США и играл в кантри-группе, которая называлась, российской при этом, все исполнители были из России, группа называлась «Берингов пролив», и он там играл на струнах, гитара, банджо, скрипки, в общем, все, у чего есть струны. А теперь еще и замечательный перевод. Коллеги, еще вопросы есть ли? Может. Я, наверное, все-таки один последний вопрос задам, который здесь не прозвучал. Вот за время, которое прошло между первым фильмом и вторым, почувствовали ли вы в себе какие-то изменения, может быть, спровоцированные фильмом? Там, не стали ли вы по-новому смотреть на снег или на оленей северных? Или, может быть, появилось непреодолимое желание съездить в Норвегию? Какие ощущения? Ну, с оленями я не заговорил, в Норвегии я был, еще неоднократно. Я очень люблю вообще север и Скандинавию. И мне очень-очень приятно, что в этом Мурманске тоже был. Я везде там, в Карелии, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии. Вот. Очень здорово, что именно вот как нам было сегодня рассказано про этих самов, то, что я вижу вот эти северные народы. Это прям очень... Они меня всегда север как-то трогают. Я из Питера, потому что там все недалеко оттуда, более-менее. Какие еще в себе изменения почувствовал? Во-первых, все, когда узнают, что, конечно, что я озвучиваю Кристофа, все говорят, да ладно,
Андрей, как круто. Ну, то есть огромное количество у него общественного признания в связи с этой ролью чудесной. Вот. Поэтому вот такие изменения. Как-то вот так, наверное, я бы сказал. Спасибо. Спасибо. А как вы говорите, что у Диснея есть? Какая традиция? Baby production показывает? Ну, во-первых, у меня случился baby production между этими частями, поэтому вторую часть мы будем в более расширенном составе семейном смотреть. Я вообще такая принцесса со стажем. У меня и Белль красавица, и Русалочка. И, собственно, все дети в моем окружении соседские, друзей, крестные, в общем, все-все-все, кто меня знает, я и так как бы была любимицей. Теперь я еще большой авторитет в принцессно-женском соотношении, поэтому здорово. У меня очень много разных статуэток из тех принцесс, которых я играла. Теперь у меня их еще больше, потому что мне теперь еще и Анна. Вот, поэтому много Олафов у меня. Снеговиков. У меня сын. Ну, сын знает, что мама работает принцессой. Он, правда, говорит, сынок, ну, все, кто приходит нам в гости, ой, Наташа, Наташа, Анна. Он, о, нет, опять это девичный мультик, Я говорю, сынок, ты хоть не скажи это 23-го. Когда мы идем на премьеру, ты скажи, как здорово, моя мама работает принцессой. В общем, я его подготовлю. Вот, так что здорово. На самом деле, 6 лет прошло. И наши героини несколько повзрослели, да, они немного так изменились. И мы, но мы очень соскучились, и на самом деле, ну, хотелось, чтобы это произошло раньше, потому что мы очень ждали продолжения, надеемся, что будет третья часть, и она не заставит себя долго ждать. 6 лет. Ой, столько времени произошло, я даже не знаю, за это время у меня были дуэты Сара Брайтон, симфоническим оркестром Силантьева, концерты. Юбилей был 55 лет, сейчас уже 58,5. И, в общем, вот как-то столько интересных каких-то вот мероприятий происходит, что даже я сразу так не могу вспомнить все. Потому что очень много концертов спето. Просто дело в том, что приятно, когда к тебе на концерт приходят, там девочки такие подходят, говорят, а можно спеть песню Олафа? Знаете, так интересно, или когда ко мне в школу пришла одна очень какая-то такая блатная девочка. А я только что из Австрии приехала, а ей лет, наверное, 7. Она там пришла с няней, там еще с каким-то очень много народу с ним. Я говорю, ну и как-то вообще, ты смотрел фильм такая вся? Я говорю, что ты будешь петь? А, я все, пою. Я говорю, ну, а вот ты смотрел мультфильм «Холодное сердце»? О, да, смотрела. Я говорю, Олаф видела? Да, видела. Я его озвучил. Что? И человек, я вот просто перевернул ее. И вот все какие-то ситуации. Не, мне, конечно, хорошо, когда мне, если там родители говорят, там не все знают, там, малыши, что я Сергей Пенкин, ну, потому что я для взрослой аудитории. И они сразу начинают заикаться, как-то говорить, как по-другому. Мне, конечно, я сразу начинаю тоже себя как неудобно чувствовать. Но, с другой стороны, очень приятно, потому что, еще раз повторяюсь, что Олаф герой, который вот для детей очень положительный, что он очень добрый. Он всегда сейчас мир такой, знаете, я, может, немножко отошел от темы, но просто хочется это сказать. Я просто человек из советского времени, и когда, допустим, в метро кто-то упадет в застойное время, подбегает, что-то случилось или еще что-то, а сейчас плохо человек или хорошо, перешагнут и дальше пойдут через человека. А Олаф, он дает осознать, что он теплый, добрый, отзывчивый, что он настоящий друг. То есть вот все эти качества в наше время сейчас, ой, как важны. Спасибо большое.